Но празднование затягивается. Хотя это уже ничего не значит, похоже. Уверенно играет Сморгонь, но и тут вот не совсем понятно. Это уже пошло какое-то движение здесь. Не совсем понятно. По-моему, после матча вот такие мероприятия проводить. Празднование гола, это понятно, но без перебора. Во время матча вот предложение своей возлюбленной делает Владислав Шубович. Недовольны пинчане, что вот так. Мила is about to do what no one has ever done before. Attempting the Guinness World Record for the fastest time to jump through 10 panes of tempered glass. Jesus Hoff and Morvilla already holds 3 Guinness World Records, but this one is by far the most extreme. Trying to break his way into Guinness World Record history. And there he goes. And he's off for the first pane of glass. Hits the train. Hits it hard, but he breaks. And he's not getting up. Is he okay? Пытаемся ложечку притянуть обратно к зубам. 30-40 раз с каждой стороны. Тренироваться можно через день. Избегайте вот такого движения. Это будет создавать дополнительные заломы и морщины. Минет – это техника, если она выполняется с удовольствием, с заботой, с почитанием, уважением к вашему любимому мужчине, она может здорово тонизировать все лицевые мышцы, потому что задействует круговую мышцу рта, все скуловые мышцы, щечные мышцы, улучшает ваш цвет лица, кровоток и лимфоток, питание ваших тканей. Так что радуйте вашего любимого и выполняйте эту технику с любовью и заботой как к нему, так и к себе. Ты че? Махаться будешь со мной? Нахуй, да я ж тебя убью, блядь. Толпи!